В Индии леопард напал на жителей деревни. Инцидент случился на севере страны в штате Уттар-Прадеш. На кадрах видно, как хищник несется по улочкам и сбивает на своем пути людей. Местные жители, в свою очередь, разбегаются в страхе. Информации о пострадавших пока нет. Надо отметить, что это не единственный случай нападения леопарда на человека. Так, в феврале этого года в индийском же городе Бангалор хищник залез в школу, где покусал 6 человек. A leopard attacked the...